Всем привет, друзья! Всех с Новым годом! С 2021! Всем счастья, здоровья, семейного благополучия! Вот сегодня вышли на улицу. Всем привет! А вот Вика, Максим. Сегодня займемся, короче, стояли сильные морозы, наша горка вся прям в снегу замерзла. Теперь ее надо сегодня очистить, навести порядок в нашем зимнем городке. Ну, елочке это ничего не помешало. Она как стояла, так и стоит. Так что надо сейчас прям безупречно все очистить. Ты куда эту кучу хочешь это перекидать? Сюда чуть-чуть. Просто оттуда сюда. Ну да, надо сюда ее перекидать. Не, Вик, надо сначала лопатой, потом веничком уже. Потом заново ее еще сверху зальем аккуратно. Чтоб прям было лед. То морозы, блин, у нас хорошие стояли. 5 дней, 35-38, вот так по ночам. Короче, холодно было. Ладно, займемся уборкой. Приятного просмотра. Не переключайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии. Ой, фу, я что-то и не заметил камеру-то. Взял, засыпал. Весь в работе. Фу, мы почти расчистили все. О, Вика, ты гору покорила, что ли? Максим упал с горы, да? Молодец, держи гору в своем это хозяйстве. Что она у тебя такая маленькая стала? Че ты куда пошел? Зашел туда поставить камеру. Ладно, что ты не помогаешь? Бери веник, давай, начинай. Я тебя в бочку засудим. И с огурцами засолим. Все, Вика сейчас возьмет веник. Сейчас это все подметем. И это. Еще заново сверху залить и нормально будет. Во. Вот так надо. Сейчас там еще до конца я снег докидаю. А ты сверху начинай лучше мести. Снизу все равно вниз живи будешь, Вик. Вон туда, оттуда, с макушки самой. Мети более-менее так, чтобы это... Потом еще сейчас леечкой пройдемся потом. Хорошенько только. Во, уже лед чуть-чуть видно. Но он не скользкий. А сейчас, если это... Сейчас очистим. Может, он еще и скользкий будет, может, и заливать не надо будет. Сейчас посмотрим. Сейчас смести, прокатиться, попробовать, да? Как пойдет. Ну вот как-то так. Царь горы. Можно в игру поиграть. Кто? Царь горы, играли же. Во, вот так, да. Кто одолеет эту гору? Ну-ка давай, Викусь. Справишься ли ты? Толкай его. А, ты нифига снежками решила. Во. Так, ну вот, железной лопатой уже более-менее так. Сейчас веничком еще сверху пройдемся. И она практически будет готова. А откуда ты прыгать-то собрался, наверное? Я не знаю. Я вообще хотел с горки сюда. А она тут твердая. Ну да, снег-то уже сколько лежит. Он не первой свежести. Так что вот так. Ладно, продолжим очистку, восстановление нашей горки. Леди! Ай, леди, леди, леди.
Нифига там снегу. Ну он еще твердый такой. А, ну морозец все равно держится. Да мне кажется, 40 не было так холодно. Ну все равно сейчас тепло кажется по сравнению с 35. И пустое это. Сейчас. Не сиди на холодном. Коленки мокрые. Потом будут. Коленки все будет болеть. Лайк не поставил, по-любому, по глазам вижу. Что такое это? Не катается. Ну, надо шлифовальный круг взять, чтоб аж этот... Обкатанный был. Под снегом он не раскатан, надо его раскатывать. Или сейчас все просто водой пролить. Горячий. Да. Сейчас, короче, сравним до горку, как она ездила. Я сейчас его иду. Да пусть, давай. Ну вот, в таком темпе ты потихоньку съезжаешь. Ладно. Эксперимент номер два. Берем Ленечку, поднимаемся. Ну, сейчас вверх и это. И вот, сейчас польем это. Обновим лед, короче. Ну, она такая, да, тепленькая водичка. О, парит как. Вон, аж трещит, смотри. Слышно, нет? Вон, видишь, вода куда стекает? Ну-ка, видишь. Да, он трещит аж лед от мороза. Сейчас мы вот так... Кататься сейчас нельзя, ведь. Она же еще не застыла. Сейчас мы обновим лед. Она застыла. Нет, надо еще несколько минут подождать. Тем более здесь слой. Вон, смотрите, какой пар идет. Морозяка дает свое. И вот сейчас еще лейку сюда. Что ты хочешь попробовать? Давай попробуй. Сальто, что ли? Нет, наподобие чего-то. Ну давай. Давай еще раз. Я привык с высоты прыгать. Высоты нет. Ну да, здесь на, с места. Не хватает. Ну-ка, Вика, ты тоже умеешь, что ли? Ну давай хоть как-нибудь попробуй прыгнуть. Может, что-то получится. У тебя карман торчит он. Карман торчит. Ага, и снега в карманы, да? Ну, молодец. Давай. Тройное сальто через себя, давай. Ууу, нифига. Кто так может? Пишите в комментариях. Я даже не заметил, как он на сальто сделал. Нет, это надо смотреть замедленной съемкой, так не поймешь. Ой, молодец. Ладно, короче, это сейчас заливаю, да, попробуем прокатиться. Да, он, видишь, же льдинки. Да, она застывает, момент. Так, вот лежит чуть-чуть. Более-менее скользко. Да все, мне кажется, больше не надо. Да, больше не надо. Вот. Все, сейчас подождем. Все. Ну-ка, оно хоть скользкое. Ну да, вон. Аж руки скользят.
Да. Ну, лучше, чем было. Ну, да. Так, давай это, сейчас попробуем это, кипяток набрать. И это, испаряется же вода, вот делают же, как это вообще называется, даже не знаю. Да. Короче, сейчас объяснять не будем, мы просто покажем. Кружку кипятка надо. Сейчас кружку кипятка надо. Давай, мы тебя ждем. Ну, а ты не забудь подписаться и поставить лайк. Ну и это, в колокол позвонить. Вот, наливаем горячую воду. Эксперимент. Дядя, уйди, она горячая. Это полный стакан. И каждый сейчас попробует. Блин. Она тут не шваркается. Че, давай с того раза. Видим, горки это делать. А, или отсюда, да, если это. А ты что хочешь? Вот я ее хочу вверх. Нет, ты туда встань. Туда. Ну. И вот так как, радугой. Давай. Готовы? Ой, мороз не сильный. Но все равно большинство воды испарилось. Просто сегодня не холодно, сегодня 22, блин. Было 35 это снимать. Ну давай, не трожь, я сейчас сам. Вот так на улице выйти, горячий чай попить. Ну, в эту сторону вид. Бокал только живой пусть остается. Сейчас руки вместе с водой испарится. Ой. О, ну все равно. Че, давай ты. Вот мороз бы был хотя бы за тридцатку. Блин, че мы в морозы не вышли, такое не сделали. Бокал горячий, да. Сейчас будем смотреть вид сверху, что получится. Тоже опять. Что, понравилось? Угу. Смотри, сзади это, с горки не упади. Тебе надо защитный пояс, блин. О, горка уже наша подстывает. Пока горка подстывает, мы здесь фокусники. Давай, профессионал. О, вообще красиво. Я тоже. Тоже так могу. Смотри, сколько пару. Круто. Ну давай еще раз попробуем. Надо же, Вик, быстрее это делать, а не что ты там. Ты как будто попить собралась чаю горячую. У меня тоже, я скажу, не очень получилось. Мороз слабоватый. Ты чуть на себя не налил. Давай. Ну ладно, хорошо получилось. Давай, как радуга. Эксперименты с водой с горячей. Печечки топятся. Ну сегодня это, прям потеплело после 35. Жарко на улице. Давай. О, смотрите. Ну более-менее. Не, смотри, как облака какие-то. Где-то тут кальян забивают. Что, вам понравилось, что ли? Леди, ты хочешь попробовать? Леди, хочешь попробовать так же? Не хочешь? Папа. Гавки, скажи, да. Гавки. Папа. Ау, ау. Папа. А, все? Давай, только на себя не налей. Что-то я тупо. Вот, не надо стоять. Нет, сзади. Нет, вот, да я видел это. Оно прям это на тебя все. Вода не успела испариться. Заварите чай, попейте лучше чая. А ну-ка, давай отсюда сверху. Она падать будет дольше, и это, и может замерзнет. Сейчас я отсюда поснимаю. Я не знаю, в что она превратится, но... Давай. Просто да, просто вверх. О, смотрите. Ух! Красота. Ну, все равно красиво, прикольно. Папа. Необычно. Давай, я сейчас еще налью, это на телефон хочу заснять. А, ну на телефон, ну, ладно. Вот это ты вылей. Последний. Давайте я вот отсюда ее вылью сейчас. Ты сам заснять? Да, вот. Берешь бокал. И опа, во. Да, мороз слабенький. Но все равно лайк поставьте хоть. Мы старались, мы хотели попробовать. Не пробовали. И всех пообливали, короче.
как летом в обливалочке. Так, ладно. Сейчас попробуем нашу горку. Ну давай ты первый прокатись, попробуй. Давай я. Я вообще испытатель. Серега испытатель. Давай на ледянку. Не, я на ледянке. Вот ледянку сейчас возьму. Я сразу. Вон, ну смотрите, лед все равно блестит. Опа. Ну что, поехали. Во, во. Вот сейчас уже до конца проезжаешь. Смотри, он тут крест. Ну там еще плохо застыло. Ну все равно, смотрите. Вот это он отпадает. Там еще, да, там слой большой. На, ты теперь прокатись. Ну все равно он более-менее скользкий стал. Ну все равно теперь до конца хоть доезжаешь. А то и этого не было. До половины горки съезжали и все. Сейчас Вика еще эксперимент проведет, выйдет. Как она ездила до этого и как она ездит сейчас. О, ну смотрите. Нормально до конца уезжаешь. Ну на ногах у меня обувь не скользкая. Выходил. А дай я. Че, ты тебе? Давай, ты еще раз катишься. Так не, давай. Всего. Че сделать? Я взял. Не, я не любитель. Ой, я чуть Вика не догнал. Все, вон она врезалась. Ну что, сейчас же лучше, да? Ну да. Сейчас хоть до конца доезжаешь. Фу. Так, горку, короче, восстановили, пообливались немножко. Но... А ты как-то неправильно, наверное, катаешься. Ты, у тебя больше на куртке ты ездишь, чем на ледянке. Все, давайте тогда заходить будем. Чай горячий пить. Дома щи, да и дома надо готовить. Так что горку восстановили, чуть-чуть прогулялись, проветрились. Ну все, всем пока. Всем пока, до новых встреч, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте, пока. И жмите на колокольчик.